Сегодня у нас будет обзор и распаковка оригинального iPhone 15 Pro Max на 256 гигабайт. Хотите быть в курсе всех акций и новых поступлений товара? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Пришел он к нам в такой белой коробочке. Сейчас мы с вами его вскроем. Так. Опа, как вы видите, упакован он очень хорошо. Пупырчатую пленочку. Так, сейчас мы его распакуем. Довольно-таки хорошо упакован. И вот он наш красавчик, 15-й iPhone Pro Max на 256 гигабайт в черном цвете. Сзади у нас стоят пломбочки сверху и снизу. Также качественно упакованный он может прийти именно к вам. Узнать стоимость этого телефона, а также заказать его вы можете по ссылочке, которую я оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Ну что, давайте сейчас с вами вскроем пломбочки. Сейчас с вами пломбочки. Так, одну пломбу. Так, и вторую сейчас пломбу вскроем. Так, вскрыли. Так, так, так. Открываем. И вот он наш красавчик. Оригинальный 15-й iPhone Pro Max на 256 гигабайт в черном цвете. Очень легкий. Как вы видите, титановый корпус. Грани закругленные. Кнопочка сбоку так располагается. Кнопочка Action Button. Это, проще говоря, кнопка действия. И у нас идет здесь снизу сейчас разъем USB-C. Сейчас мы с вами телефончик отложим и посмотрим комплектацию. В комплекте идет у нас инструкция, такая вот скрепочка небольшая и наклейка Apple яблоко. Также провод идет в новом дизайне, плетеный USB-C на USB-C. Вскрываем с вами пленочку. Так. Хотите быть в курсе всех обзоров товаров, акций и новых поступлений? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии.